Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем, наверное, награды наши для начала. Так, далее. Посмотрим, что у нас по событиям. Так, только для обычных. Дальше у нас идет сдвиг ледников и опять же схватка чемпионов. Ну что, давай, наверное, сделаем сдвиг ледников. Открытие. Так, Фараракас. Это кто у нас? Гигантофия и мамонт. Ну, мамонт-то ладно. А вот что это у нас за пещерник? Это, видимо, кобра какая-то. Ладно, значит, берем с тобой мамонта. Нет. Синтетоцерас пойдет первым. Сюда у нас пойдет Келлинкин. А против мамонта пойдет Эриматерий, скорее всего, да? Я думаю, что это будет справедливо. Поехали. В принципе, у нас команда должна быть, ну, подходящая. Оу. Так. Ну что, начнем потихоньку? На 200. Нормально. Ну, естественно, Фараракас будет меняться. 100% тебе говорю. Да ладно, ты серьезно? Ой, парень, а зря ты не поменялся. Так, вырубаем. Так, выходит кобра. Угу. Ну, не кобра, конечно, змея. Змеюка подколодная. И что творит? Так, ну что же, теперь мы побалуем. По полной программе, да? На-ка. Так, и выходит мамонт. Нахапал, нахапал себе бонусных очков. Ну что же, он сейчас потратит 3. Ну и тут уже сыграет свою роль наш Эриматерий. Да-да-да, который его порвет просто в клочья этого мамонта. И ничего ему не поможет. На тебе. Ну, получилось все, как я хотел. Но это был только первый поединок, и еще нужно отыграть второй. Так что смотрим. Здесь Элисматерий, против него пойдет у нас мамонт. Против Титанобоа пойдет у нас Уртинотериум. Ё-моё, ох ты, Смелодон. Ну, а против Смелодона пойдет Амфицион. Опять же, у нас довольно неплохая команда собралась здесь. Ну что, поехали. Сразу начну с атаки. Интересно, будет меняться или нет? Почему-то не меняются. Не знаю почему. В общем, один удар и бонус. Так, выходит у нас змеюка. Вот она, тут как тут. Угу, одну атаку решил сделать. Так. Даже не знаю, что мне тут и как лучше сделать. Давай мы, наверное, с тобой сделаем следующим образом. Я поменяюсь и попробую пробить. Окей, сразу уничтожаем. Так, и выходит Смелодон. Смелодон. Слушай, он меня не сможет победить. А вот мы-то как раз ему сейчас пропишем по полной программе. Ушатаем. Все, ребят. Довольно легко и просто оказалось, на самом деле. Я думал, будет посложнее. Ну, сдвиг ледников, что ж поделаешь.
И что нам там? Мегистотерий. Понятно все. О, 325 очков доверия. Вот это уже хорошо. Что? Так подожди, а разве у меня его не было? Так, это когда у нас будет? Через сколько? Через 15 часов, ребята. А что это там такое? Подожди. Награда. Арамбургаина. Не пойму, это летающий какой-то или кто это? Или это рыба изображена? Ладно. Увидим позже. Так, что у нас здесь? Велоцираптор, ты как? Ну, наконец-то. Сколько же ждать-то можно было? Так. Это мы до 20 уровня тут прокачиваем. Но мы делаем с тобой следующую эволюцию. Да-да-да, пускай. Коптица. Так, где у нас эти? Вот. Тут еще... Во! Блин, надо было, наверное, нам топиелозавра ставить на прокачку. Да? Хотя бы можем сделать. Да? Пускай, а чё? Пускай 20 уровня будет хотя бы летунок. Так, что у нас там еще? Ага. Стегозавр. Наверное, нам надо и будет еще парочку сделать. А стегозавр у нас с кем вообще идет? Гибридом. А, так это у нас есть. Это у нас есть, друзья мои. Зачем я тогда так сделал? Этот у нас есть. Так, ну, дагозавр. Нам не хватает. Птеродактиль, это все понятно. Эрликозавр. Фиг ты его сделаешь, когда этого эрликозавра. Так, мне кто-то сказал, что я пропустил и не поставил нашего гибрида нового, которого мы с тобой выловили. Ну-ка, сейчас посмотрим. Гибриды, вот. Раджастегу, конечно же, я его не поставил, друзья мои. Сколько? 5 дней, 10 часов выводиться будет? Ничего себе. Наверное, крутой чувачок, да? Так, заберем мясо. $1000 улучшить, обалдеть. Так, ну что. Здесь, наверное, заберем, что мы выполнили. Раз, два, три. Использовать 3 ускорения, принять участие в ПВПшке и плюс собрать моды. Ну, моды, наверное, мы в первую очередь сделаем. Так, за еду. Так, давай, Дельта. Не жмочься. Так, и дает нам слабость. До конца будем уменьшать запас УЗ вражеского существа на 20%. Окей. Следующий. Несокрушимость. Увеличивает запас УЗ. Так, в команде на 15%. Окей, спасибо, это мы сделали. Так, ускорение. Ну, ускорить мы с тобой... Ну, вот здесь можно, в принципе. Раз. Ну, давай, давай. Так, отлично. Поместить. Так. Подожди, почему 21-й? А, ну да, да, да. Все правильно. Все правильно. Так, ну что, использовать 3 ускорения и принять одно ПВП сражение. Одно ПВП сражение. Так, давай-ка по событиям еще раз пробежимся. Только для обычных. Это набор ДНК. Столкновение. А, все, я вспомнил, да?
Только для обычных. Ну давай вот так вот попробуем. Стегоцефал против стегоцефала. Кто ходит первым? Конечно, он. Конечно же, ходит первым он. Ну. Ну вот и крышка ему, ребят. Подожди, нифига ему не крышка. Оу, вот мне, по-моему, крышка, друзья. Нет, смотри-ка. Ну что, попробуем прожать его. Твою налево, ну ты посмотри, а. Не вышло, к сожалению. Ну, понятно, здесь уничтожает. Чё-то как-то лопухнулся я, если честно. Хорошо. Давай тогда по-другому сделаем. Давай возьмем Ютараптора. Блин, тут видишь, в чем дело? Тут мало здоровья, но и атака, в принципе, не очень большая. Ну, надо же умудриться еще это сделать. Давай-ка я возьму бонус. Давай вот так вот попробуем. Очень интересно. Так, ребят, ну что, я рискую? Да что за непуха-то такая, ты мне объясни, а? Все, опять сфейлился я, да, получается? Ну да, наказывает нас. Короче, мне кажется, вся ошибка моя в том, что я начинаю первую атаковать. Может быть, все-таки немножко подзадержаться? В защите простоять. А ну-ка возьмем с тобой вот так вот. Трицератопса. Давай попробуем. Окей. Так. Не атакует, да? Еще разок. Блин, ребята, он не атакует. Раскололся. Раскололся, чувачок. Ну что ж, теперь просто нам его добить и все. Да, надо вот так вот выдержку просто иметь, чтобы он раскрылся первым. И уже после этого можно, конечно же, атаковать. Ну что, здесь отлично получилось. Так, двигаемся дальше. Сколько нам еще там поединков-то надо? 3. Ну, давай возьмем Карнотавра. Хочу посмотреть за него. Ох, как они выглядят круто. Ну, лапки, конечно, меня, ребят, просто смешно смотреть на них. Давай вот так вот сделаем. О-ля-ля, я, наверное, погорячился. Сейчас будет атака. Нет. Не было никакой атаки. Раз, два, раз, два. Угу.
Все, крышка ему. Он не выдержал испытания. Ну, как и я, в принципе, в свое время. Валим. Готов, птенчик. Прекрасно. Тут главное не спешить. Выждать небольшую паузу и потом врезать, как полагается. Так, вторая схватка. Ну, давай возьмем раджазавра. Посмотрим, как у нас получится здесь. Я хожу первым, да? Берем сразу бонус. Угу. Так, 4. Ты смотри, ничего не делает. Раз, два, три. Раз, два. 5. Это уже опасно, ребята. Хм. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Сейчас посмотрим. Блин, не атакует, ты прикинь, а? Раз, два, три. Че он ждет, а? Есть. Неужели уничтожит? Твою налево. А как он так? А я больше защиты взять не мог, понимаешь? У меня 4, у меня максималка стояла. Кто бы мог подумать, что это возможно пробить. Берем аэротитана. Ну, здесь быстро будет битва. Все зависит от того, кто ходит первым. Я, да? Давай так сделаю. Так, он сейчас тоже возьмет прикрытие. 100% тебе говорю. Он возьмет прикрытие. Угу. Ну вот теперь ему крышка. Вот теперь ему, друзья, крышка. Поехали. Замечательно, подбили. Так, и остается у нас всего лишь один поединок. Получается так. Ну что же, давай. Ох ты, тут вот таких чисто дали. Ну давай попробуем Афиакамимом сыграть. Блин. Атакуй. Не стал. Ну. Все, крышка ему, ребят. Нам хватит? Нам хватит. Поехали. Пока-пока. Ну вот и все. И получаем с тобой... Что там у нас? Мы за ДНК, по-моему, дрались, да? Так, сейчас вылетит, наверное, игра, как всегда, на рулетке. Ну, 150, ну... Ах, ладно. Вот было бы прикольно выбрать набор ДНК. Так, ну что, нам нужно принять участие в ПВПшке, да? Любое, я так понимаю. Ну давай попробуем в ПВПшке сыграть. Давай с модами. Раз, два. Хотя нет. Лучше, наверное, сделать
Блин, или как? Давай вот так, наверное. Раз, два. А почему Лицихтис-то у нас? Блин, подожди, ребят. Почему Лицихтис, блин, как он там не прокачан у нас до... Где он? Вот. До 10 уровня. Объясни-ка мне. На милость. С Леопливрадоном. Делается гибрид у него. Так, ну что, вот теперь пойдем попробуем. Так, ПВП. Вызов. Сделаем так, так и вот так. Плюс берем токсин. Что бы нам еще тут взять? Возьмем путы. И можно, в принципе, взять, наверное, устрашение. Поехали. Так, посмотрим, что против нас поставят. Угу. Бакулит, мегалодон и леопливрадон. Блин, преимущество сразу же. Менять нельзя, ребята, он путы ставит. Твою налево, а. Так, ребята, вылетела, как всегда, игра. Ну и, как ты видишь, все запоролось у меня. Придется вот теперь заново. Так, кого там? Этого, этого, давай Генерию. Вообще вылетает на пустом месте игра. Просто вот на пустом. Хоп, и все, ребят. Клон, может быть, взять? Нет, я возьму, наверное, здесь стальную шкуру. Вот так. Бодрость. А здесь, наверное, знаешь что? Путы. Вот так вот я сделаю. Ну, что у нас там? Офигеть, я 10-х уровень взял, он 20-х поставил. Замечательно. Ого. Так, мы путы поставили. А почему путы не сработали? Фе. Так, ну значит мы берем с тобой Генерию. И бонус. Меняем, да? На Элосмозавра. А мы с тобой тогда делаем вот так. Все. Теперь он поменять не сможет. Теперь он поменять не сможет, друзья мои. Но он может меня ушатать, если он потратит все 4 атаки. И он это делает, прикинь. Ух, не ушатал он меня, ребята. И это круто. Так, 1000, да, у него там хп. Вот этого будет достаточно. Так, и сделаем вот таким вот образом. Прочная кожа, блин. Пробьем ли мы ее? Упс. Упс. Что он делает? Раз, два, три, четыре. Так, ему крышка. Кто там у нас? Ксифактин. Так, он потратит, ну, одну атаку он по-любому сольет.
Останется у него 4. Да иди ты. Тогда у него осталась одна, ребята. Нам... Что нам надо делать? Нам надо его разбирать, получается. Мы даже сделаем немножко по-другому. Вот так вот. Раз, два, три. 4, 5. Все солью. Я вижу, что у него прочная кожа срабатывает. Но это ему не помогает. Угу. Стальная шкура. Что, меняем? Вот так вот сделаем. Ты гляди-ка, не стал ничего делать. Ну что, друзья, я предлагаю, наверное, бомбануть по полной программе. Все, кранты. Расплющили мы его. Молодец, Генрия. Ну все, 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 хорош, хорош уже тут красоваться. Ну что, посмотрим сейчас, что нам выпадет здесь. Ну, игра опять может вылететь, как всегда, так что не обращаем на это внимания. Так, велоцираптор, ДНК 15. Ну, это так себе награда, на самом деле. И забираем наши ежедневки. Ну-ка. Музей голограмм. Угу. 95 очков доверий. Так, ну-ка, что у нас тут получается? База технического обслуживания. Куда ее разместить? Вот сюда можно. Пускай стоит. Что там еще у нас? Музей голограмм. И, по-моему, все, да? Остальное надо приобретать, покупать. Половина еще не открыта. 712 тысяч. Ну, вот так вот. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Больше нам, как говорится, нечего сыграть. Сюда идти, ну это смерти, ребят, подобно. Потому что если бы у меня было бы побольше рептилий, я бы сюда сиганул бы. Но так как у меня всего лишь один диплотатор и нондогазавр против... Это первая волна, потом вторая, третья. Нет, надо побольше нам с тобой. Желательно, наверное, диплотаторов. Побольше диплотаторов, я, вот как по мне. По-моему, они самые топовые пока из рептилий у нас. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.